Следующий полуфинальный поединок. Мы перемещаемся в весовую категорию до 57 килограммов. В синем углу ринга, уже поднялся он туда, Василий Ломаченко, 20-летний боксер из Украины, финалист чемпионата мира прошлого года. Здесь, на Олимпийских играх, сумевший в первом же бою взять реванш за поражение в финале и победить действующего чемпиона мира нашего Альберта Селимова. Его соперник Якуб Килич из Турции, ненамногим более возрастной и опытный, 22 года. В принципе, выход Килича в столь высокую стадию турнира для меня, например, сюрприз. Ну а на нашей комментаторской позиции снова соединяется дуэт. Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. Наташ, добрый день. Добрый день. И теперь мы за дальнейшими поединками будем следить уже вдвоем. Якуб Килич был полуфиналистом чемпионата мира в Чикаго, но там отказался проводить бой против Альберта Селимова, снялся с соревнований, удовлетворившись уже тем, что была на этот момент завоевана олимпийская лицензия именная. Пока в истории сборной Турции было лишь 4 олимпийских награды и ни одной золотой. Одна золотая у украинской команды. Завоевал ее Владимир Кличко в 1996 году в Атланте. Пытается на дистанции выдержать. У Якуба Килича не очень сложные были соперники пока здесь. Сатоши Шимидзу, японец, и Абделькадер Чади из сборной Алжира. Самое главное, что оба они Килича побаивались и позволяли турку боксировать, что называется, первым номером. Сейчас уже все поменялось. Естественно, в этом бою соотношение сил другое. И уже турок, я думаю, будет выжидать. Набирает первое очко Василий Ломаченко. Боится турок, видно. Ничего особого такого не делает. Да, ну примерно то же самое, что мы наблюдали в предыдущем поединке. Там Винченцо Пикарди 4 раунда проскакал по рингу в таком ритме. Здесь похоже, что Якуб Килич вознамерился это дело продолжить. Но, может быть, тренеры заведут его сейчас в перерыве и хоть попробует он поискать путь к победе. Понятно, что Ломаченко более классный, на мой взгляд, боксер. Но класс этот можно победить напором и страстью. А если просто стоять на дистанции и ничего не делать, то можно было на ринг не выходить. Можно было, как в Чикаго, бронзовые медали удовлетвориться и все. Снова занял позицию на значительном отдалении от соперника Якуб Килич. Ну вот если Пикарди еще понятно, почему он так себя вел против Джон Джохора, то Киличу с его ростом, мне кажется, это не нужно.
совершенно не использует джеб. Смотри, перекрылся и стоит. И все, и ничего больше не делает. Видно, что боится, пропускает. И не успевает даже ответить. Какой-то он не настроился на бой. Да, 3-0. Если так пойдет, это будет чуть ли не самый легкий поединок Василия Ломаченко на Олимпиаде. Ну, видно, что он так хорошо двигается, свежий. Кстати говоря, сетка-то у украинца оказалась совсем непростой. В первом бою Альберт Селимов, затем Бахадиржон Султонов из Узбекистана, тоже неплохой боксер, но его практически в одни ворота разгромил Ломаченко. Ну и поединок с китайцем, особенно на подходе к медалям, это тоже серьезное испытание, но шансов Ломаченко не оставил. Не случайно на данный момент он здесь главный кандидат на успех. Соперник возможный по финалу Хидафи Джелхир, либо Шахин Имранов, боксеры, соответственно, из Франции и Азербайджана. Но в выходе самого Ломаченко в финал у меня вот по этим 4 минутам абсолютно нет никаких сомнений. Да нет, в принципе, видно, что ничего не может сделать турок. Он даже попробовал сейчас у канатов где-то в корпус провести атаку, но тоже ничего зажат не вызвал. Зажат весь, видно, что особо не горит желание драться. Странно, как он дошел? Жеребьевка. Повезло. Послышались откуда-то голоса даже турецких болельщиков. Вот флаги появились. Действительно, такое впечатление, что люди меняют друг друга на трибунах. Посмотрели своего боксера, пошли гулять куда-то. Третий раунд. И продолжает бегать по кругу Якуб Килич. Уже, в принципе, показал нам Андрес Лафита, что такое занять центр ринга и вокруг себя крутить соперника. Здесь это еще более явно видно, но поскольку один из соперников об атаках-то и не помышляет даже. Такое ощущение, что они в другом весе. Ломаченко старается что-то еще сделать, а турок-то особо не горит. 6-0. Да, если так дело пойдет, может быть, бой остановится. Или он должен очки набрать, да, Леш? 20 очков для досрочной остановки нужно набрать, преимущество. Пытается поддавить турок, но одно очко вот получилось. От страха достал. И весь зал доволен стал. Да, вот он стоит на прямых ногах, турок, и как-то получает за это. А если в бороду? Зачем?
7-1. Смотри, вот то, что ты делаешь концовочку, да? Надо, да, бывает так, что везет, да, кому-то. Вот это ты вытянул, пробил. Такой круг. Я одного не понимаю, ну хорошо, повезло тебе с жеребьевкой, но, по-моему, уж честнее в этом случае не выходить на ринг и не позволять всем вот так ехидничать и смеяться над тобой, да, потому что не одни мы, наверное, сейчас говорим, что странно, каким образом Яков Килич сумел пробиться в финал и медаль. Ну вот так вот бывает, вот он получит медаль, Альберт Селимов нет в этой весовой категории. Да, обидно. Хотя сравнить, да, наших бойцов. Сравнивать здесь пока не с кем, даже я бы сказал. Нельзя сравнить то, чего нет. Ну, был. Последний раунд. Может, он соберется и достанет еще одним очком до Василия Ломаченко. Не используют ни рост, ни руки свои длинные турок. Зажал руку Ломаченко, так нельзя делать. Стали появляться в ринге рефери, которых до медальных боев я здесь практически не видел. Энрико Апа, итальянец. Вообще первый раз вижу его. Специально держали до полуфинала. Так. Добавок еще и в нокдауне, оказывается. Ну вот Яков Килич. Все и закончится. Пятится назад, полминуты остается. До конца поединка. Да, хорошо выигрывает Василий Ломаченко. Ты был прав. Если так дело пойдет, он может стать олимпийским чемпионом. Ну, в общем, об этом-то говорили практически сразу после первого его самого боя, потому что и он, и Селимов, это были два, собственно говоря, главных соискателя золотой медали, да, столкнул их жребий сразу же, Ломаченко оказался сильнее. Ну и выигрывает он со счетом 10-1, это действительно, по-моему, самый-самый легкий для него поединок на Олимпийских играх пока получился. И становится он финалистом весовой категории. До 57 килограммов. Так, ну вот танец еще по рингу с турецким флагом. Благодарит публику Василий Ломаченко, его собственный отец его тренирует. Ну что же, похоже, очень похоже на то, что после 12-летнего перерыва Украина завоюет золотую медаль в турнире боксеров. Слово нашей миг-зоне. Будем надеяться, что Василий даст мне большой комментарий.
Василий, пару вопросов для НТВ Плюс. Можно? А тренер может подойти хотя бы? Только после финала, да. Несколько вопросов для НТВ Плюс. Поздравляем вас с победой. Такое впечатление, что каждый бой все легче проходит до вашего подопечного. Ну, Селимов его размял, теперь пошло полегче уже. Не, ну я думаю, что во время турнира набирает форму. И, конечно, понятно, что первые бои были тяжелые. Это и с Селимовым, это и с китайским спортсменом. Сейчас уже немножко психологически, я думаю, парень разгрузился и полегче. Какой ваш взгляд на финал, следующий соперник? Кто был бы предпочтительнее? Сейчас посмотрим, они достойны друг друга. Я не знаю, как пройдет этот поединок, но я думаю, что мне тяжело сейчас сказать, кто из них выиграет. Тогда уже будем настраиваться по окончанию поединка. Но вы довольны все-таки? Давно у Украины не было медалей в боксе высшего достоинства. Сейчас есть очень хороший шанс. Ну, медаль уже высшего достоинства, когда она будет висеть на груди, тогда мы ее посчитаем. Пока повоюем за нее, но действительно близки уже к ней. Хотелось бы, чтобы она поехала в Украину. Увидимся после финала, будем болеть за вас. Спасибо большое, мы тоже за вас болеем. Мы любим Россию, россиян, всем большой привет. В России очень сильный и хороший бокс, он был и будет. Спасибо вам.